Все, поехали. Да. Вот здесь в этот день можно пройти или проехать. Ну, наверное, к церкви поехали, там дверь открыта. Так. Ладно, я как старый беспредельщик. Первый раз. Вот смотри, тут сейчас проваленные полы будут. И вот тут как раз от Потайкинской будет видно, что должно быть под полами. Смотри, сколько там. Вон он, родной. Глаз-то. Так. Вот он. Говорю, вот он, глаз-то. Вон он, треугольник. Да, треугольник. Видишь? Да. Вот он. Вот, видишь, здесь эти не заложены, допустим, тоже вот. Такие моменты. А с другой стороны, смотри, а? Видел. Здесь, смотри, в алтарь, в принципе, тоже почти узко, как и Милетьево. Ну, имеется в виду, высота тоже маленькая. Там окна, по-моему, были поэта. Вот, вот это, вот заделали там вот это, вот, в тех стенах, видишь оно, мне шло. Мне кажется, отапливал подвал, наверное. Может быть. Или может, каких-то было. Ну, в общем, вот там, в тех столбах, были вот эти дела. Но они идут под пол. Вот здесь есть, интересно, подвал или нет, нормальный какой-нибудь. Может, просто про него не знаем? Тоже, видишь, икон кто-то навешал. А здесь сидят вот на этих крестиках птички. И, короче, они... Когда темно, вылетают отсюда, как в кино, вий, вон через те окна. Чё-то здесь прохладно. В той церкви потеплее было. А здесь, смотри, вот. Здесь вообще ничего не осталось, да? Ни фреск, ничего. Да. Туда бы вот слазить. Вот.
Он дрожжах как будто закрашен. Да, что-то. Когда много народу, да, там? Где? Эти вон нимбы видно. А вот старое кладбище, вот оно. Тоже памятники все валяются. Ну вон, да. И вот здесь вот с Веретьевскими похоже. Значит, правильно, только две церкви. Про Потакинскую что-то я это, получается, наврал. Это. Как его? Вот эта церковь. Если как от колокольни стоять на колокольню смотреть, вон там, получается, Гренландия. Если черту прямую, и от Веретьева также Гренландия там получается. Вот туда Денис тогда лазил. Вот там, короче. Не, колокольня-то колокольня. Там голубя. Голову тогда, помнишь, тебе рассказывал, белому отрезанный. Вот там кто-то что-то делает. Да. Вот как бы туда залезть? Я вот туда не пролезу. Нет, пролезть я пролезу, мне надо от чего-то оттолкнуться. По-моему, что-то мы тогда ставили. Или камень тут был приставлен. Да. Где там что каркает? Вот тоже там колокольня-то. Да пойдем, дойдем за угол. Тут никто ничего не... Да не, никому они тут не нужны. Тут одни старики в основном. Вот, смотри, тоже. Большие какие. Эти-то. Я имею в виду арки. Вход. И они ровно вот точно, вот если встать вон в нее, 100%, наверное, там солнце. Ну точно. А, тут же точно. Вот туда бы залезть-то. Тоже заложены двери-то под этот, под наш уже рост. А были вон большие зачем? Нафиг тогда так строить-то? Прикинь, вот, да? Тоже сводили все. Ну что, поехали дальше. А здесь, да, наверное. Это вот, наверное, все кладбище. Да здесь эти попы все похоронены. Да приближенные. Камни, конечно, мощные. И чувствуется весь фундамент из этих камней, да?